Вы смотрите Live 78. У нас в студии петербургский молодой коллектив Fox & Oil. Менее года существует эта группа, но уже есть интересные успехи. И совсем скоро состоится концерт на большой сцене с большими звездами. Доброе утро, ребята. Доброе. Расскажите, пожалуйста, с кем и где вы намерены выступить? Мы выступаем в клубе «Космонавт» на разогреве группы «The Fratellis». Ну, это британцы. Ну, собственно, мы выступим там в качестве группы разогрева, исполним свои песни, то есть, которые мы наработали за нашу деятельность. Ну, год мы вместе. Вот. Это два сингла и «Пишник». Ну, в общем, вот как так. Состоялся вот такой вот союз ваш? Кто на кого вышел? Союз музыкантов? Союз нет, я имею в виду, то, что они вас выбрали, или вы, это ваша любимая группа, да. И вы хотели выступить вместе с ними? Ну, группа нам, конечно, нравится, безусловно, но мы искали какие-то варианты, выходили, соответственно, искали какие-то возможности, да, сыграть такой, например, разогрев. И вот дирекция клуба «Космонавт» вместе, соответственно, с администрацией группы «The Fratellis», они, видимо, провели какой-то свой внутренний конкурс, о котором, конечно, нам неизвестно. Кастинг. Да, но нашу вот группу согласовали, мы с удовольствием разогреем публику перед The Fratellis. Постараемся, по крайней мере. Также вы сейчас работаете над первым альбомом. Много уже композиций написано. Сколько всего хотите? Планируете выпустить на первом альбоме? Ну, все в процессе как бы заготовки, разработки. Ну, думаю, то, что песен от 10 наберется, и мы стараемся сейчас, работаем усердно. Думаю, то, что порадуем вас. Какую вы себе поставили временную дату, чтобы альбом вышел? Это будет 2016 год? Это будет, да, 2016 год. Скорее всего, лето-осень. Угу. Вот и песни вы все исполняете на английском и сами же их пишете. Да. И как это происходит? Вы кто-то один пишет или коллективным разумом, что называется? Ну, в основном, конечно, у нас есть коллективные песни, да. Чаще мы с Дашей работаем вместе, пишем музыку, слова, как-то вот все это собираем в единое целое. Вот. Ну, у нас большой состав, и, соответственно, все музыканты участвуют. Ну, как-то мы начинание какое-то даем. В общем, с английским проблем у вас точно нету. Ребят, ну что же, мы очень хотим сейчас услышать какую-нибудь песню в вашем исполнении. И она, скорее всего, в альбом тоже войдет. Да. В студии Live 78 группа Fox & Oil сейчас представит одну из своих композиций. Друзья, спасибо, что были с нами этим утром. Хорошего вам дня, всего доброго и до встречи. Хорошей вам следующей рабочей недели. Не скучайте, мы скоро вернемся.